Привет, дорогие зрители моего канала. Очередное наше творение. Макет входного светофора. Полностью делали все сами. Мачта, головки, светодиоды, линзы. Это все отливалось, делали формы. Масштаб не помню какой точно, но старались приблизить к оригиналу, как бы по своему виду. Все работает, все горит. Сейчас включу. Управляется все контроллером. Питание 12 вольт. Сейчас включу розетку. При включении он все свои показания как бы перебирает светофор. Я как бы не движенец, не скажу вам точно, какое показание что значит. Ну там два желтых, желтый мигающий, белый, это маневровый. Там проход без остановки через станцию, проход с остановкой, по боковому пути, по главному пути. В общем, там много показаний всяких. Ну вот, в общем, управление — это одна кнопочка идет. Вот включили мы, горит красный, запрещающий. Потом начинаем нажимать зеленые, и меняется показание. Желтый мигающий был, просто горит желтый. Два желтых верхний мигающий, просто два желтых. Красный — это пригласительный. Белый просто мигает. Я не знаю, что за показание. Ну вот так вот. Вот это тоже ООО НПП ЭПОС делает для студентов, для повышенцев, для железной дороги. У нас много всяких таких видовых макетов. Кому интересно, ищите в Дубальгисе, в городе Омске. Заказывайте, можем сделать все, что угодно практически. Все, пока-пока, ставьте пальцы вверх.